Крупную партию наркотиков изъяли восточно-казахстанские полицейские. Мужчина торговал ими через интернет. А в Павлодаре средь бела дня горожанин накидался с ножом на прохожих. Подробнее об этих и других криминальных новостях далее в хронике происшествий. Торговца наркотиками задержали полицейские в Восточном Казахстане. У 26-летнего жителя Глубоковского района стражи порядка изъяли крупную партию порошкообразного вещества зеленого цвета. Экспертиза подтвердила, что это гашиш. Общий вес почти полкилограмма. Это около сотни разовых доз. Полицейские выяснили, задержанный работал в одиночку. Заказы принимал через мессенджер Telegram, сбывал наркотики с помощью закладок. Следствие продолжается. Подозреваемый взят под стражу. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. А в семье арестован 29-летний мужчина. Его подозревают в ограблении 11 квартир. Согласно материалам дела, задержанный отжимал пластиковые окна и проникал в дома. Его добычей была бытовая техника, ювелирные изделия и деньги. Краденое мужчина сдавал в ломбард. Сейчас проводится досудебное расследование. Домушнику грозит лишение свободы от 2 до 7 лет. Он находится в изоляторе временного содержания. Также задержанного проверяют на причастность к другим подобным эпизодам. Мужчина с ножом кидался на прохожих средь бела дня в Павлодаре. На место сразу были направлены патрули полицейских. На их просьбу остановиться вооруженный человек отреагировал агрессивно. С помощью дубинки и приемов самообороны мужчину удалось скрутить. Нож изъяли. Позже выяснилось, что 20-летний житель Павлодара состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Туда его и госпитализировали. Никто из прохожих не пострадал. Тем временем в Восточно-Казахстанской области за сутки сгорели две иномарки. Возгорание одной из них случилось на стоянке Семеева. В автомобиле горели детали моторного отсека, салон, панель приборов, покрышки передних и задних колес. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем. Второй автомобиль загорелся во дворе частного дома в селе Белоусовка. Он также сильно пострадал. Предварительная версия – короткое замыкание электропроводки.